Из-за нарушений правил применения ремней безопасности в текущем году произошло 59 дорожно-транспортных происшествий, в которых 26 человек погибли, 49 получили ранения. Вчера ДТП в Сармановском районе, из-за чего парень за рулем автомобиля «Шкода» скончался, был не пристегнут ремнем безопасности. Если средства массовой информации видели автомобиль, который выехал на полувстречное движение, повреждение лобового стекла, он ударился об лобовое стекло и, к сожалению, скончался на месте. Был бы пристегнут, мы уверенно говорим, что он остался бы жить. Жизненное пространство автомобиля не нарушено. Только из-за того, что он выезжает на полувстречное движение, не пристегнут, погибает на месте. В Ютазинском районе 25 сентября 24 года водитель «Лады» съехал в кювет, опрокинулся. Водитель был не пристегнут. Его выбросило из автомобиля, скончался на месте. Хотя и в автомобиле видите, что если он был бы, остался бы в салоне, я думаю, получил бы травмы, но не такие серьезные, несовместимые с жизнью. Согласно статье 12.6, за управление транспортным автомобилем непристегнутым ремнем безопасности предусмотрена административная ответственность в виде 1000 рублей. В текущем году выявлено почти 155 тысяч таких нарушений.